В Октябрьском провели ярмарку. На прилавках сельхозпродукция, молоко, сыр, овощи и фрукты, а также изделия ручной работы. Это те предприниматели, которые заключили соцконтракты и представили результаты своей работы. Такая мера поддержки становится популярнее. Все больше людей обращаются с заявками в Министерство труда и социального развития республики. Производители расширяют свои возможности за счет выделенных средств. Это повышает уровень жизни населения и помогает реализоваться в самых разных направлениях. У меня была теплица, и эту теплицу можно дальше расширять. У меня много там земли. Я вот на эти 250 тысяч расписал, насколько я могу увеличить свою теплицу. И, можно сказать, увеличил эту теплицу. И на этот объем посадил больше растений, соответственно, больше урожай получил. И, конечно, эта сфера требует помощи государства, потому что тут капитальные вложения высокие. И буду дальше пробовать получать помощь от государства. Мероприятие не просто демонстрирует, что люди продают продукцию какую-то, создают продукт, но и говорит о том, что люди реально повышают свое благосостояние. И это, конечно, очень важно для нас воочию убедиться, что человек не просто получил помощь и израсходовал ее, а создал конкретный продукт, реализовывает, получает деньги.